Снег мокрый, навалило много. Только я вчера радовалась, что снег пошел, а сегодня из дома выйти нельзя. Вот сейчас около 12 часов дня. Вот пришел сын наших соседей и откапывает их вот таким образом. Сейчас Марка приедет на обед. Снега очень много. Сегодня на работу еле доплелась. Полные сапоги снега. Потому что на машине выехать было нельзя. Вот видите, как вот так гараж у нас завалило. Короче, хочу сказать, что спину сегодня сорвала с утра. Вот у нас такой же ПЭТ. Только почему-то с прошлого года он не заводится. Марка его пообещал сегодня отвезти в ремонт. Вот так вот снег у нас чистят. Швейцарии. Италию север тоже завалило снегом. Но они там не сильно привыкшие к снегу, поэтому даже зимнюю резину не одевают. Так. Давайте вот обзор вот так сделаем. Я нахожусь на кухне в окне. Гор совсем не видно, она в тумане. И снег такой мокрый. Вот здесь не бывает такой, чтобы вот сухой искрящий снег, как сказать, который искрится. Снег искрится. Господи, не выговорю. На улице плюс один. Вот такое все мокрое, утрамбованное. Моих кустов вот здесь не видно. Смотрите, у нас гараж. Утром-то не было этой тропинки. И я прям вот по снегу чуть ли не это, не плыла. А вон тот сосед тоже снег чистит. От гаража. Все, короче, вычищаются. Марк оставил вот здесь, на дороге, машину на ночь. Вот. А я уже пешком потяпала утром. У нас здесь 10 минут ходьбы до школы, куда я хожу на работу. Но сегодня я утром шла туда где-то минут 25. Просто не шла, а, как говорится, ползла. Что-то я просто начала снимать ни с того ни с сего. Я приветствую всех на канале Марка Елена Дерегетти. Вот такая у нас замечательная погода. Сегодня у нас вторник. 12 декабря. Вот столько снегу навалило. Вообще много. Вот не ожидала я, что здесь столько много снегу бывает. Но могу сразу сказать, что это не всегда так бывает, что вот в декабре вот столько снегу нападало. Во всяком случае, вот сколько я здесь живу, 10 лет, ну, не было такого ни разу. Наоборот, все снег ждали, потому что на лыжах нужно, на санках кататься, а его нету. Что-то последние 3 года плохо со снегом было. Ну, зато в этом году, за все года нам отсутило. Аж люди не могут на улицу выйти. Я всех приветствую. Пошла кушать, готовить. Да Марка сейчас приедет на обед. А я еще не это самое, ничего не сделала. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорой встречи.